Всем привет! Я сегодня в Маршалсе, то есть такой магазинчик Маршалс, где продаются разные бренды со скидкой. И знаете, я смотрю сумочки и думаю поделиться с кем-то, потому что мне сумки очень нравятся, я люблю сумки, поэтому хочу показать вам сегодня, что здесь продается. Так что идемте со мной. Так, ну что, сумочка Альда. Буду говорить цены. Цены, наверное, тоже людям интересны. Я думаю, такая вот $34.99 стоит. Nina West. От Nina West. Тоже $34.99. Мне понравилась вот такая вот сумка. Здесь она итальянская. Какая-то такая, ну, прикольная, необычная, клеенчатая. Все такое, знаете, вроде пластмассовое, но мне кажется, она как-то будет очень стильно с каким-то нарядом смотреться, выглядеть. То есть она здесь висит не очень, как бы смотрится, но если ее с чем-то таким надеть, каким-то костюмом, мне вообще кажется, это будет классно. Вот, рюкзачок даже здесь какой-то итальянский. Сейчас скажу, что это за бренд. Он стоит под $100 сумочка стоит, по идее. И это у нас Аркадия. Еще есть вот здесь, по-моему, зелененькая такая, как с акваяжек, и она прошита, видите, красным. Здесь вот красная такая вставочка и прошита белыми нитками. Очень прикольно тоже смотрится. Так, что еще есть? Вот такие рюкзаки, тоже итальянская. Кожа, кстати, приятная очень. Стоит она $69.99, стоила $120. И вот здесь вот затерялась сумочка от Валентина, вот такая вот фиолетовая, маленькая, небольшая, у нее есть ремешочек, и еще, я так понимаю, как-то здесь она застегивается внутри. Ну, в общем, сейчас посмотрим цену у нее, у этой сумочки, она стоит $329. Есть у нее мешочек там, я так понимаю, желтого цвета. Вот. Здесь какая-то тоже с бантиком. Это от Aldo. Джессика Симпсон. Мне нравятся у нее джинсы. Иногда я покупаю модельки. Это у нее сумочки. Ну, тоже много всего у нее есть. От Nina West. Nina West вообще самые такие дешевые сумки можно купить, самые простые. Так, эта сумка у нас такая вот с акваяжек CC. Эта сумочка у нас стоит всего $60 без одного цента. Здесь есть какой-то кармашек, не знаю для чего. От Coach. Сонька у меня любит Коуч. Это такая, видимо, старая модель. А здесь она стоит $129, стоила $185. Это тоже. Это кто у нас? Вот такие вот ручечки. $20, представляете? Сумочка $20. Кстати, я не знаю, как она на камеру, но в деле она выглядит очень хорошо. Хорошо сделано, так, как сказать, не хуже Валентина. Вот такая вот сумка осенняя, прям такая, прям осенью носить, такой мешок кожи, я не знаю, настоящая, не настоящая. Так, это кто у нас? Это у нас итальянская сумочка, стоит она $129.99. Вот так вот называется. Знаете, такая вот классная. Мне нравится, вообще обалденная. Такая осенняя. Клевая сумка. Мягенькая. Приятная на ощупь. Эллен Трейси. С ремешком. Это точно ее ремешок какой-то дополнительный? Как-то вообще вроде не отсюда, наверное. Почему-то здесь лежит. Хотя не знаю. Вот здесь вот еще такой дополнительный у нее есть. Ну-ка. Такая типа крокодил. Стоит всего $24-$25. $25 без одного цента стоит. Так, еще одна сумка Coach здесь висит. Тоже такая же цена, наверное. То есть немножко в другом цвете, такая она более темная.
129,99. Рюкзачки. Много итальянских сумочек здесь. От Guess. Такая большая сумка. Вот эти вот сумки такие, они прям клеенчатые какие-то, непонятные, знаете. Если честно, может, издалека она так и выглядит как-то, но вблизи не очень. Так, пристегнутая, наверное, дорогая. Под $100. Стоила 150. Вот. Я не могу сказать, что она прям ах. Хотя, может, кому нравится, конечно. А. Так, что еще есть? Вот какая сумка-мешок, смотрите. Прикольная. Стоит $24, стоило $29,99. Такая вот. Все сложил туда, там штаны какие-нибудь, трусы, в общем, и пошел. $24. Это Валентина. Тоже итальянская сумочка. Это рюкзачок такой беленький. Какой-то, видимо, был завоз. Мы сегодня с Софией зашли погулять. Я смотрю, очень много вот таких вот сумок итальянских каких-то, осенних. Такая приятная кожа. Вот это тоже сумочка. 120 стоила долларов. Сейчас она стоит 69,99. Но Валентина здесь как-то сегодня вообще я не видела до этого. Выглядит Ален Трейси. Вот тоже как такая сделана, как под замш. Интересная. Всего стоит $20. 26 стоило. Это черного цвета. Много сумок. Какой стразик. Саквояжик такой маленький. $20. Ну, я округляю сразу, говорю, $20. Calvin Klein 198. Стоит 79,99 сейчас. Вот такая вот черная сумочка. Так, что еще есть? Calvin Klein Coach черная. Вот такая вот большая, огромная сумка. Это Джессика Симпсон. Как интересно она сделала. То есть она вроде черная, но она ее так обыграла. А вот это вот такое золотого цвета сделала. Такие заклепочки, да, золотого цвета сделала. И добавила вот перо такое свое. Очень прикольно смотрится, кстати. Вот. Вот здесь еще от Карла. Знаете, наверное, да? Карл. Очень известный модельер. 49,99, $75 такие рюкзачки от него. Микки Маус. Он тоже Карл. Что еще показать? Слушайте, ну особо больше уже показывать нечего. Амор какой-то. Кельвин Клайн. Коричневый с бирюзовым, не знаю, кому нравится. Я, конечно, мне не очень. Такая расцветка я не люблю. Вот, но на любой вкус и цвет есть сумки. Рюкзачки всякие. Это, я так понимаю, Гарри Поттер. А 49,99 стоило сейчас $40. Такая сумочка для подростков. Рюкзачок. Маленькие сумочки есть, совсем малюсенькие, 16,99, вот такая вот, тоже в осеннем стиле. Зеленого цвета. Очень много сумок. Там звуки какие-то, ребенок, что ли? Не поняла. О, смотрите, какую я нашла сумку. Всех цветов радуги. Заклепки тяжелые, очень же тяжелая. $24 стоит. От Guess.
маленькая красненькая сумочка. Очень такая мягкая сумка. Прям мягенькая-мягенькая. $16 всего, представляете? А вот я сумку показывала в таком стиле. Было. Так, ну и, конечно, я мимо не пройду. Какие-нибудь сережечки посмотреть. Вот от Стеллы. $13 сережечки можно взять. Здесь недорогие. А вот на мои похожи, кстати, Сваровские. У меня тоже такие были. Только Сваровские. Это тоже $13 стоит. Стоили 18. В принципе, не хуже блестят. Так что еще можно здесь посмотреть. А вот сейчас же, видите, Хэллоуин. Такие мексиканские украшения. Такие сережечки с мордочками. Слушайте, прелесть. Вообще класс. Этот камешек мне очень нравится. Ну, такие подарочные сережечки. Видите? На праздник, на Новый год. На Рождество. Вот такие вот снеговики. Так, я тут подошла к своим любимым деревянным штучкам посмотреть. Какая? Ой, это вообще, это вообще круто, посмотрите, какая красота. Стоит $20, боже мой. Такая деревяшечка посередине, чашечка, и здесь что-нибудь положить. Еще какой-нибудь такой дом деревянный, бревенчатый, вообще круто было бы. Вот это мне нравится, доска. Тоже доска-подставочка. Тоже прям произведение искусств. Посмотрите, какая. Ну-ка, посмотрим, сколько она стоит. Это, кстати, Индия производство. 29,99 стоит. $7. Да, что-нибудь положить такое миленькое. Вот видите, какие детали тут с елочками на Рождество. Детишкам прикольно печеньки катать какие-нибудь. Это еще такая, да, мое похоже, кстати, у нас тоже такая есть. Вот, тоже, видите, нарезочку как делать. Прикольно. Класс, класс. Очень нравится. А вот здесь вот тоже все привезли на Рождество. Очень много разных подарков. Сейчас все выставили. Конфеты всякие. Сонька уже себе приобрела в ракушечке, ее любимые, она такие любит. Ну, правда, большую коробку взяла, побольше. Смотрите. Интересно. В общем, такие миленькие всякие подарочки. Удобно сейчас тоже покупать. Пледики разные, всякие вот такие вот выпекать штучки тоже на подарок. Для дома. Вот такая вот чашечка, печеньки делать, да? Тоже прикольно. С наборчиком. Кстати, сколько стоит такой наборчик? Не вижу. Да, $17. Здесь для мужчин. Хаммер называется. Такой, как типа глобус. Сюда можно коньячок наливать. Классный, кстати, подарочек. Для мужчины. Кто любит коньяк? Елочка. Вот такое все блестючее, красивое. Под тортики всякие. А вот под пироженки тоже на Рождество. Слушайте, я не думала, что я буду сегодня снимать. Ну, прям не смогла вам показать. Вот кто любит такую красоту, я просто люблю. Я показываю то, что я люблю. Вот здесь вот еще тоже тыквочки есть, остались. Гномики, они всегда в разных вариациях. И на Рождество, и на осень, на осенние праздники. Вот, кстати, тоже такие украшения.
для дома. Хочешь в золотом цвете, хочешь в таком серебристом. А вот можно в таком вот прям нежно-розовом. Соня, это твоя тема, да, по-моему? Да, это прям твоя тема. Вот. Еще вот в красном цвете есть гномики такие. По-моему, кому-то посылали тоже на подарочек, я помню, это гномика. Да. Вот тоже. Вот борода, видите, как из елочки. Вот еще такой, в такой расцветке. Ну, в общем, какой у вас дом, какой у вас стиль, вот можно подобрать, посмотрите. И все в этом стиле покупать себе, приобретать. А бокалы с оленями. Два бокальчика стоят $10. Ну, кстати, даже есть этот Гринч. Так, ну вот тоже в другой теме. Да, я вот сейчас тоже только что трогала. Мне тоже понравилось. Обезьянка. Ну и веночки тоже. В разных вариациях. На дверь красота вообще. Пока все есть, да, под $50 они примерно стоят. И вот еще интересная тоже тема есть. Для дома всякие ящички. Ну, это сейчас такая осенняя тема. Ее уже мало, видите? Осенняя тема, уже больше все. Уже пошел Merry Christmas. Дочь, пойдем подушечки посмотрим. Тут также мебель продают. Ну, понятно, что какие-то вещи. Вещи я сегодня показывать не буду. У меня для вещей как-то настроения особо нет сегодня. Смотрите, стульчики какие интересные. 179,99. Такой вот дизайн такой. Этот, кстати, мы где-то видели, по-моему, в соседнем магазине. Я уже снимала, только в другой расцветке. Короче, везде все одно и то же. Пледики есть тоже в стиле Merry Christmas. Такой цвет зеленый. От Лаурен. Все брендовые такие все. Что есть интересное? Полотенчики. Вообще, когда приезжаете, можно вот здесь вот всегда купить что-нибудь себе. Если любите какие-то бренды, еще что-то. Можно приехать себе. Коврик в ванну купить от Лаурен. Или там от Томми Хилфигер. Вот тоже здесь корзиночки есть. Хорошенькие. Наборчики есть. Вот. Пожалуйста, очень большой такой набор. Хороший довольно-таки. Чтобы все положить. Полотенчики закрутить можно, поставить. Здесь вот, пожалуйста, $15 без одного цента стоит. Очень хороший набор. Для животных очень много здесь всего. Тоже хорошие вещи продают. Можно взять. Кстати, косточки он есть для Шарлотты. Можно купить чикен. Ну-ка, посмотрим. Такие взять можно ей косточки. А вот мне надо кошка. Да, нам надо для кошечек еще что-нибудь взять. Сейчас возьму. Игрушки. Много игрушек. Вон, смотри, да? Всякие штучки. Ага, клевые. Играться. Такая штучка. Ага, смотри, слушай, у нас Сонька классная, смотри. Играться, класс, класс вообще. $17 стоит. Блин, клевая. Слушайте, взять что ли? Классная. Я, наверное, возьму. Поставлю, они просто скучают, надо им что-то играть постоянно. Такую возьму штучку. Давно я не была в Маршалс, конечно. Так, ну я не вижу почему-то кошачьей еды. Еды для кошек. Вон одежка есть. Вот, на Шарлотту. Можно. У нас мы купили ей свитер, ей достаточно. Вот ей здесь еще на Хэллоуин тоже. А также лежанок очень много. Надоел тебе лежанка в каком-нибудь таком стиле? Купил вот в стиле тыквы. Очень мягенькая такая. Хорошенькая.
Так, ну что, Хэллоуин тоже, вот видите, здесь для животных. И я не вижу почему-то еды для кошек. Может быть, все-таки она здесь. Пэт. Где кошечки-то? А, вот же кошечки. Вот они, вкусняшки. Но эти-то мы можем купить в магазине. А есть что-нибудь другое интересное? Ну и все, что ли? Кошка обидели. Нету ничего. Ну ладно. Ладно, нет так нет. Идем дальше. А, подушки еще хотела посмотреть тоже. Вот в осеннем стиле такие подушки. Вот тоже красивые. Белые, когда все светлое такое. Очень красиво. Это ноги эльфа. Две подушки, наверное, долларов здесь 20 с лишним стоят. Да, вот 24,99. Мягкие подушки можно купить, любые две штуки. Вот такие вот у меня, по-моему, есть. Такие есть, да, у меня две штучки. Мне иногда, знаете, подушки падают такие мягкие, потом Шарлотта спит, и они к ней плавно переходят. Потом я их выбрасываю. Вот такие зеленые прям. Вот еще наборы разные для Merry Christmas, красивые. Подушки также можно купить здесь, чтобы спать. Ну, понятно, все прям для дома можно взять, одеться, обуться здесь. И, как говорится, для дома все купить, для ванны, и подарочки разные, стулья вон даже можно взять. В общем, все в этом магазине есть. Мешочки клевые, кстати. Не мешочки, а эти носочки классные. Сколько стоит? Вот $12 стоит один такой, $13 один такой носочек. На, около камина повесить. Прям такие конкретные такие носки, классные, вообще клевые носочки. И салфеточки есть новогодние здесь тоже. А это вот, кстати, на мой стол. Вот это идеально, я считаю. $15 стоит. Все, 4 штучки. Так, ну все, иду домой. Такой небольшой обзорчик сегодня вам сделала. Вот. Спасибо, что были со мной, и увидимся с вами в следующем видео. И пока-пока. Всем всего хорошего. Пока.